Дорогие друзья, от имени компании Antal в России, в Казахстане, на Украине и в Узбекистане я хотел бы вас поздравить с наступающими праздниками. И хотел сказать огромное спасибо за работу, которую мы в этом году сделали вместе. Этот год был напряженный. Мы должны были выучить именно работать на удаленке, в том числе из офиса, из дома и так далее. Спасибо большое за ваше терпение. Мы вместе с вами выучили, как устроить кандидаты, которые мы никогда не видели живым только через компьютер, через интернет. Тем не менее, мы успели больше, чем 1000 человек устроить на работу в этом году. Эти люди сейчас работают в новых брендах, которые мы запускали именно в России благодаря нашей работе. Новые магазины, которые для этого, из-за этого открывались и сейчас могут работать благодаря наших усилиям. Мы делали больше, чем 100 исследований по рынку труда. От исследований по работе на удаленке до оценки, в каких регионах нужно вкладывать и какие там ценообразования. Мы, несмотря на все это, вот, тоже нашли время именно работать на благотворительные проекты. Здесь я огромное спасибо хотел еще раз всем сказать и пожелать нам успешный год 2021. Спасибо всем.